отсюда нужен кобол. Любой. Но USP будет идеально. Ну, пожалуйста. Мираж или кобол. Ну, поехали. Раз. Два. Картосик. Нарисовался у меня вот такой контрактик. Можно сказать, спонсор выпуска этого был Мока, потому что он мне подарил вот такой бизон из коллекции Vertigo. Ну, что у нас здесь может быть? У нас здесь может коллекция выпустить Cobblestone. На эту коллекцию у нас процентов, наверное, 20 с копеечками. Здесь может выпасть редкий АК черный глянец и отстойный P90, который нам не нужен. А из коллекции нюк. Вот видите, какой флот. Может выпасть то, что никогда мне в жизни не выпадало. Редчайшая М4 радиационная опасность прямо с завода. Ну и 60% в среднем у нас на коллекцию Train. Если нам выпадет Train, то мы проиграем все. Но стоимость этого крафта где-то, ну, долларов 40, наверное. Вот. В общем, нам нужно все что угодно, только не Train. Ну давайте мы сделаем контракт и отвернемся. Раз. Два. Три. Хороша, хороша. Сейчас будет такой экспериментик. Сейчас я смешаю три коллекции с коллекцией банк. Ну, банк у нас 7 скинов. Вот такие вот юмпики и МАК-10. И одна новая. Это все из банка. Исход из них хреновенький получается. Вот, в принципе, по всей логике я должен проиграть. У меня только три хороших скина. Это путеводитель USPS, Пальма Скар. И вот такая филигрань. Если сработает эта филигрань, то мы просидим баксов так на 5, но получим хороший флоут. Кстати говоря, что уже неплохо. Само по себе можно сказать, что контракт выиграем. Ну, скажем так, при своих останемся. Из USPAN NORS мы однозначно выиграем, мы утроимся. Из DUST однозначно утроимся. Там есть варианты, при которых мы просто пиздец как возрастем. Ну, сейчас посмотрим, что у нас перевесит. 11 исходов из канала Норс и Даста против 3 отстойных исходов из банка. Ну, на эти 3 отстойных исхода у нас 66%. Отворачиваться не будем. Посмотрим все как есть. Раз. Два. Три. Да! 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 Да ладно.